Что ж, друзья, уровень сложности повышается на уровень сложности 5x. Профессиональный боец достигнут боевой ранг профессионал. Многие обходят вас стороной. Те же, кто не обидит, уже никогда не смогут показать об этом. Так, отсчет. Так, здравствуйте, это Ганирс. Предоставят корабль для спасения Ганеры. Я тут им станции режу налево-направо. Выбран уровень X3. Так, еще один, друзья. Четвертый X к сложности данной игры. Ну, как сказать вам, это довольно-таки становится, мягко говоря, забавным. Что ж, друзья, решила тут слетать в какой-то непонятный сектор. Написано ксенонский сектор X. Вообще-то я как-то не въезжаю в эту тему. Но насколько я предполагаю, вот эти вот сектора пиратские, ксенонские, ксовые, они походу перезахвачены были. Не вижу других вариантов. Я тут все станции у гонеров пошибал, смог себе только статус поднять до такого количества, надо до 15-го дойти, чтобы мне корветик хоть какой-то, извиняюсь за выражение, сраненький дали. Или что там дадут-то, надо хоть посмотреть. Давайте сюда залетим, посмотрим, что у нас здесь за бредятина такая. Очень уж интересно стало. Вход в систему. Тема не озвучена. Ага, понятно. Система это не новая. Это паранит, пограничный. Почему ксенонский назван? Так, это у нас что? Вот, здравствуйте. Этот эсминец один из наиболее мощных кораблей, встреченных Федерацией Аргон во время ксенонского конфликта. Ксенонский. Память о его устрашающих боевых возможностях жива и поныне. Ксенон Кей обладает огромной огневой мощью. И это очень. Чё? Кто? Откуда? Тупо у меня ракеты уже. Баронский. Перевозка энергии. Цель покинула зону поражения. Игла установлена. Да от тебя мне что ли музыка такая веселая? А ну иди сюда. Баронский дельфин. Экономический. О, дельфин. Не, дельфина я сдохну пинать. Сколько у него там скорость? У него еще и турельки есть. Так, а вот чтобы мне. Баронский торговый док. С этими вот ксенонами сделать. Баронское судно под огнем. Нужна помощь. Кто-нибудь. А че он не обороняется? А ну-ка давай-ка у него. Установлено. Две колючки запильну. А, нет, мне его надо. Баронский. Перевозка энергии. Раз. Два. Ну-ка сейчас проверим. Иди и шибить-то его должен. Установлено. Да, кстати, спасибо. Посмотрел я. Как камерой здесь пользоваться? Я вот не знаю, это корабли новые или нет. Так, выбрать цель. Сейчас как раз проверю пользование камерой. Это у нас идет так вот. Ага. Менелайя, помилуй нас. Мы не выражаем злости. Я не хочу сражаться. Вот мой груз. Это у нас Кей. Кстати говоря, моделька тоже переделана была. Я на заставке смотрел, вроде эти ксеноны. Погоди, ксенон Кей. Чку. Внимание, 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 ракета. От кого ракеты-то летят? Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, какое впечатление. Внимание, ракета.
Внимание, ракета. Вот тут ракетный фрегат. Внимание, есть. Ракета. Внимание, ракета. Внимание, внимание, ракета. Да. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Да, это ракетный фрегат. Раньше. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Ракетный, что ли? Внимание, ракета. Внимание, ракета. Ой, а судя. Внимание, ракета. Внимание, 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 внимание. А вот эти ракеты злобные. Внимание, ракета. Сколько у него там, блин, ракет-то вставлено? Слушайте, это крепкий противник. Под гладкими обводами корпуса Аида скрыта прочная сталь. Аид. Этот лучший бомбардировщик Паранида. Внимание, ракета. Тяжелая ракета Томагавк. Чего? Блин, а у меня там ракетами пуляет. Ракета Светлячок самоуничтожился. Ракета Бенши. Вот. Внимание, ракета. Параницкий, Агамемнон. К сожалению, серийное производство. А, вот кто по мне тут ракетами шмаляет. Ракета Бенши. Агамемнон, значит. Так. Дрон. А ну-ка, давай-ка. И ну ракеты-то у меня, конечно, есть. Параницкий, Агамемнон. Я вот не знаю про ракетами. Ох, ни хрена меня сейчас приханули. Это больно. Внимание, ракета. А себе тут. Что нафиг творится-то такое? Ракета «Солнечный ветер». Внимание, ракета. Ракета «Светлячок». Самоуничтожился. Внимание, ракета. Ракета «Светлячок». Самоуничтожился. О, я по нему попадаю даже, кстати. Внимание, ракета. Залог установлено. Внимание, ракета. Капец, это что, ракетный что ли какой-то? Я въехать не могу. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Так, ну по нему-то попадания идут, но очень уж мало. Этим внимание, я его ракета. Не одолею. Игла установлена. Так что за... Параницкий. Внимание, ракета. Где здесь ракетных дронов нету? Внимание, ракета. Лоха мелкая, ненавижу их. Внимание, энергия на иск. Параницкий, Агамемнон. Внимание, ракета. Алина, Агамемнон что, ракетные крейсеры, что-то ехать не... К сожалению, серийное производство кораблей класса Агамемнон не было начато из-за тех, что не вижу. Самоуничтожился. Внимание, ракета. Игла была уничтожена, система. С
Цель в зоне поражения. Внимание, ракета. Внимание, ох ты, ё, у него еще силовая пушка есть, да? О, нет, внимание, это надо сваливать. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Йоу, валим отсюда, друган. Не, это больно круто. Цель покинула зону поражения. Хитрить напополам. Нет, это слишком перебор с силовыми пушками, если он. То его ни одна ракета не коснется. Мне вот стало интересно. Че, пираты... Цель в зоне поражения. Резко начали дружить со сплитами? Да иди ты лесом. Цель покинула зону. Вот, блин. Так, обратно идем. Сейчас покажу. Что? Вход в систему. В общем, это выглядит вот так вот все. Блицкие войска. Аргонские. Чего? Что, блин, происходит? Пиратский. Врата. Угасшие мечты. Пиратский. Карака. Интересно, если попробую ракетами убить, вряд ли получится, да. Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться за вами повсюду. Хорошо, куда мне охота тебя послать, если... Жалоб, жалоб, снято. А, я ракету... Цель в зоне поражения. Чем он там по мне шмаляет вот? А, здесь ФПС держится нормально. Хрен его поймешь, что с этим ФПС, честно вам скажу. Вот это зависит от сектора. В котором вы находитесь. Ой, зенитки пошли. Да ладно. Это не зенитки были, это кто-то еще мне там по жопе нас. Здесь вообще никак не будет. Это просто, блин, бредятина какая-то. Да, вот эти вот мелкие блохи мне мешают, но тут он один-то по счету. Как-то не очень-то и в счет. Внимание, ракета, внимание, 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 внимание. Мне хорошо, что у меня корабль мелкий. Пиратский, конюк, агрессор. О, барана надо убить. Где ты там? Самоуничтожился. Внимание, энергия на исходе. Ракет, ракет, ракета.
Внимание, внимание, ракета. Внимание, 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 ракета. Нет, слишком много их набежало, надо валить нафиг. Надо валить, регенить щиты. Если бы не мелкие корабли, я бы нормально справился. Но держится игра на уровне 10 FPS почему-то. Тут движок игры уже не тянет. Это вся проблема в этом. Ладно, что-нибудь будем думать. Что-нибудь, возможно, придумаю. Нашел тут интересный кораблик. Так, секунду. Процелю. Вы не выполнили наш приказ покинуть. Да, все да, 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 идти лесом. Получено разрешение обезвредить ваш корабль. Для вас все кончено. Улетел уже, что ли? Да ладно вам. А, удрал, зараза. Тут еще один теладийский сектор нашел центральный. Ну, оборона тут так себе. Судя по всему, мод и уровень сложности здесь как-то не влияет. Блин, а если у них фрегатик? Больше на крейсер, похоже. Этот новый легкий фрегат Телади стал настоящим сюрпризом для других рас. Он способен производить и устанавливать мины. А, это еще и минер добавок. Ну, вообще милота. Вот такой вот один из центральных теладийских секторов. Это вот, если мне спутешествовать. Вот от прибежища короля темноты. Вот, да, влево, точнее вправо. Вот сразу нижний сектор. Следующий нижний, что ли? Да, это следующий нижний получается. Так, он попробует долететь до, да, получается, вот этих вот врат. Врата. А около каких я, простите, врат-то вообще? Автопилот отключен. Что-то я как-то вообще не понимаю. Врата. А, понял, камера. Камера, дурацкая камера. К ней надо привыкнуть еще. Теладийский. Врата. И получается, надо будет пролететь через все войско, да? Серьезно? Врата. Нет, не надо. И тут кораблей вроде гораздо больше больших. Так, ну это вроде грузовой. Теладийский. Альба, этот огромный транспорт. Ну, это транспортник, да. Там у нас что? Теладийский. Крачка. Этот новый легкий фрегат Телади. Фрегат, ну да. Он больше на эсминец похож по размерам. Производственный комплекс. Фабрика на стропового масла. Врата. Так, ну сейчас попробую продраться туда, однако. Так, что ж, я тут полетал как фиг знает кто, и кажется, я нашел просто брошенный корабль. Я не знаю, он стоит на месте как бы. Он где-то... Давайте слетаем, проверим. Надеюсь, он брошенный, его можно захватить. Не забывайте, у меня включено появление брошенных кораблей. Два брошенных корабля я уже находил, но это были М5. Толку от них особенного я не вижу. Буду FPS, сколько оно у меня сейчас? 15, 16. Ну, это не столь важно, до 20 FPS. В общем, здесь виноват, насколько я понял, бэкграунды этого. Бэкграунды новые. Внимание, ракета. Воронский, Мако. Что-то не вообще прибалдевший, я смотрю, я же их не трогал.
Блин. Да, я теперь пользуюсь автоприцеливанием. На нем с ним гораздо удобнее стрелять. Потому что обычным очень редко попадаю. Лучше автоприцеливанием. Интересно все. Кораблик-то захватить можно? И что это вообще такое? Это корабль один из нового типа или старого? Дайте посмотрю. 4 на 200, значит 800. Ну, такой же, как и мой. У меня истребитель. Так, энергия лазера. Точно говоря, говнецо на восстановление эта энергия. Это ужасная. Ну, у него есть зато турели. Раз, два, четыре турели. По два орудия, неплохо. А вот насчет вооружения, конечно, здесь может быть спорно. А вооружение вроде есть. Так. Я надеюсь, он брошенный. Да, может, и не брошенный. Тогда у нас будут на чем полетать более мощным, чем у меня. Ну, как сказать, более мощным. У меня корабль маленький, по нему тяжело попасть. По этой бандурине, может быть, и проще. Так. Чего? Он мне еще объяснит. Не понимаю, он чит или просто так болтается. Но у него тут нормально модули, я смотрю. Так, давайте-ка попробую я выйти. Я вообще не понимаю. В принципе, захватить можно или как? Так, ну, информация приступлена. Ага. Смешно. А у меня есть какой-нибудь модуль захвата, кстати? Да. Вроде на станции продавался. Так, сейчас, кстати, посмотрим насчет модуля захвата. Может, и... Так. Пилот, командная консоль, так, боевые. Станции, это все. Дальние. Это вообще непонятно, что это за корабль. Может, он просто стоит. Давайте попробуем. Он помечен как ничей. Почему его захватить-то, блин? Погоди-ка, у меня здесь какая-то в игре была опция. Может, она во всем-то и виновата? Так, тема. Нет, так это. Так, захват. Запрещенных кораблей. Может, он относится к запрещенным кораблям? В доступе отказано. Ваша репутация не позволяет вам выполнить это действие. Упростите. Смешно. Нет, не смешно.
Блин, кораблик-то интересный. Так, давайте-ка его посмотрю. Мне этот корабль охота посмотреть, какой. Что там кораблем-то? Может, он какой-то, не знаю, поганутый. И ну, смотрится довольно-таки красиво. Ну ладно, сейчас буду копаться. Может и получится что-нибудь как-нибудь его подбрить. Но он меня заинтересовал, этот корабль. Короче, эта хрень еще живая даже. Цель отсутствует. Может, я не знаю, что это был за корабль. А походу это какой-то по миссиям, что ли. Вообще без понятия. Ко мне он был нейтрален. Корабль древних напоминал. О, падальщик сразу появился. Так, что у меня там? Статус пилота. На хаков никак не попал. Очень странный корабль, так я и не понял, он не древних, а может и древних. Но если он древних, то что он здесь делает вообще? Вопрос за вопросом, блин. Думал схитрить, но купил ракет. Схитрил. Эх, не выходит, не выходит мне тупо. Параницкий, Одиссей. Внимание, ракета. Не выходит у меня станция уничтожить. Внимание, ракета. Параницкий. Зевс. Зевс. Где? Основной авианосец Параницкого флота. А здесь. Внимание, ракета. Этот эсминец. Гордость Параницкого флота. Он был... От имени жреца императора Хаара мы высылаем корабли охраны. Ага. А это что внимание, тогда? Внимание, ракета. Ну, сами можете посмотреть, сколько здесь приперлось. Дядик, Петик. Внимание, ракета. Тяжелый военный вариант. Да уж. Улиточное ранчо. Эль, Альфа. Ну-ка. Паранит. Одиссей. Ракета Тайфун. Да вы чего? Ракета Тайфун. Параницкий. Одиссей. Блин, они меня даже сшибают. И ракеты-то мощные. Они мне ракеты только сшибут. Да. Вообще жесть. Ну, главное, что не лагает, это я проверил. Ну что ж, что происходит в этой игре, я понять не могу, но, в общем-то, мои сообщения. Ой. Так. А где у меня... Смотреть сообщение. В общем-то, еще раз пришло экстрим. Кто может вспомнить, оно мне недавно уже приходило. Но уже не приходит. Какой получается? Пятый раз. Давайте сейчас посмотрим на сектор какой-нибудь. И сколько там кораблей появилось. И посчитаем, сколько там должно быть. Ага, хороший вопрос. Так, где мне тут создать корабль? Это чит-меню, оно стандартное. Про это я уже говорил неоднократно. А где у меня точный спутник? С помощью него я вытаскивал штаб-квартиру. Так, давай-ка тогда куда?
заглянем к паранидам. Ну, к паранидам. Где-нибудь здесь тогда подальше надо воткнуть. Блин, около верфи там, скорее всего, будет охрана по любасу. Ладно, давай здесь тогда. Улучшенный спутник МК-1 в наличии. И читаем, и считаем. Сколько тут кораблей получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь кораблей. Сколько должно быть? Должно быть три. Я, кстати говоря, тут, скорее всего, есть ограничение-то по секторам. Надеюсь, что оно, друзья мои, есть. Это какой-то был бы звездец. Давай, короче, в баронский сектор еще заглянем. Читера. Надеюсь, все-таки здесь есть ограничения, потому что у меня FPS и так уже стабильные. 15, блин. Если так дальше пройдет накапливание количества кораблей, у меня FPS, думаю, будет 25 уровню. Не знаю, 3. Дай бог. Да можно и залететь, по сути, просто мне неохота тратиться. Шный спутник. Батарейки неохота расходовать. Ну, где б тебя воткнуть? Да, давай здесь. Улучшенный спутник МК-1 Чили. В наличии. Насколько их будет? Ну, вот здесь вот видите, походу поломано в край. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, девять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. В каждом уровне сложности по 3. Значит, уровень 15 на 3, это 5 уровень сложности. Вот здесь вот они не добавились. Погоди, у нас что? Слушайте, может тут корабль добавился, может он здесь был. Я вот черт его, если честно, знает. Где-то добавляется, где-то нет. Может есть ограничение. Я надеюсь, что оно есть. Но это еще будет как бы все видно. Ну хотя бы, нет, ну хотя может в разных кораблях по-разному добавляется. В разных секторах. Вопрос хороший. Ланька, друзья, как говорится, новый 5 уровень сложности. Не знаю, что это за дурдом. Я сейчас буду ждать, пока мне подкрепление подойдет. Посмотрим, что у меня за корабль тут подгонят. Я вообще где нахожусь-то? Этого. А, у дока древних. Вот как раз мне, кстати, к нему и надо за ракетами. Я тут решил, короче, 11-гиговые... станции, у которых 10 гигабайт, короче, щиты. Я их просто расстреливаю ракетами, довожу их до полтинника, полный трюм, когда у меня до полтинника довожу, остальные все выстреливаю и быстро жду, пока станция взорвется, а в это время удираю и сматываюсь. Больше никакого другого варианта я не придумал, как тут повышать себе рейтинг.